Всем привет. Всем привет, мои хорошие. Сегодня какой день недели? Пятница. Я забираю Кэти в этот день. Бегу, опоздала немножко, потому что легла в 5 часов утра и никак не могла раньше встать. И еще знаете, что сделала? Возилась, я как в автобусе сидела, в маршрутке. В телефоне сидела, копошилась. И представляете, встала раньше на одну остановку. Вот так вот мне надо почаще ходить. Одной, а не со Шкымом. Это чревато осложнениями, видите. Она, наверное, уже ждет меня, Китуша. В общем, вот так вот. Такое бывает со мной. Сейчас вот ее встречу. Она, наверное, так ждет меня, моя Халюся. Посмотрите, какая погода в Мерсине. Замечательная погода, солнышко. Привет, подруги, скажи мне. Привет, подруги. Грузии. Загардану гаумарджоз. Короче, идем с Кэти. Часов полдесятого, пол одиннадцатого, наверное, или 11. Людей мало на набережной. Ну вот идем и говорим, что эта набережная очень напоминает нам Батуми. Правда, Кэти? Да. Так хорошо. Тебе нравится Мерсин вообще? Очень нравится Мерсин, хотя она еще нигде не была, но ей очень нравится. Еще знаете что, друзья мои, вы задавали некоторые вопросы, Кэти моя прислуга или нет. Кэти не моя прислуга, Кэти моя подруга. Кэти, вместе с Кэти мы работали в клинике. Кэти я покрестила, крестная мама Кэти. Вот все только не прислуга. Она такой человек, жизнерадостный, помогает всем в трудную минуту. Мы такие все. Грузины гостеприимные, жизнерадостные, любвеобильные. Такими и помрем мы. Очень любим гостей и помогать людям. Смотрите, какой красота. Ветерок сегодня, но... Марину. И направляемся домой. Кэти накормлю хамсой соленой, с картошкой. Для нее оставила, я же мало засолила. Вы представляете, мой Ашкым поел. Как-то я себе сварила картошечку, да и мой Ашкым попробовал. Так что постепенно-постепенно Ашкым привыкает к нашей еде. Чаек, рыбка, наверное, хамси. Если есть чайки, значит много рыбки. Кэти вперед пошла. Вот посмотрите, хочу показать вам, пикники начались. Пикники, люди с семьями, группами приносят завтраки и вот так вот сидят. Немножко потеплеет, и здесь будет все переполнено. Кормится хлебушком. Дошли, вот наш мост. Мы пошли, почти дошли с Китушей. Ветерок сегодня. Играют в баскетбол. Мы тоже с Ашкевом здесь играем. Море сегодня такое. Вот такие волны больше нету в Мерсине. В Грузии 10-12 метров. А здесь вот, мне кажется, вот такие только. Чаек много. Какое хорошее настроение, мои хорошие! Обожаю Мерсин и не скрываю эту любовь. Посмотрите, сколько чаек сегодня. Так они плавают, и уточки.
вся вот эта вот, весь этот канал в чайках. Сейчас посмотрю на эту сторону. Как они не мерзнут. Видно, рыбка здесь есть. Видите, сколько их много. И уточки там. Мы пришли на нашу набережную. 11 градусов. Сегодня вот на табло написано. Сейчас мы пойдем прямо вот так и потом налево. Всем привет-привет, мои хорошие. Идем со Шримом гулять. Дома надоело сидеть, вышли погулять, свежим воздухом поглотать. Но мы и вышли не зря. Ашким покупает холодильник. Наконец-то посудомоечную машинку мне. Так что и ходим, выбираем, где лучше. Были в Беку. Сейчас идем вот в Медиамаркет. Посмотрим, какие цены, понравится ли нам. Что надо с солями глядя на заман? Мои хорошие. Соли? Соли? Мои хорошие. Мои хорошие. Мои хорошие. Привет. Привет. Моя принцесса. Моя принцесса. Короче говоря, сидим сейчас, нагулялись. Так я устаю в этих магазинах. В общем, посмотрели, присмотрелись. Очень много выбора, естественно, холодильников, этих посудомоечных машин. Но я так устала, мне легче выбрать в интернете, правда говорю. Вот посмотрим еще на сайте Хепси Борода, потому что дома, во-первых, сидишь на диване, лежишь и выбираешь, что хочешь себе. Я вообще как-то, мне очень плохо в этих магазинах. Ну вот сидим, ждем. Так устали. Представляете, где сидим? Вместе рядом с такси. В Мерсиде что плохо? Что на таких улицах больших нету скамеечек. Мы сейчас ждем автобус. Ждем знакомого, как звонка. И в гости идем. Я в автобусе пекнем его рейдер, не? Гераса туру аджас, не его аджас. Такси дура аджас. Адам иламе. Ашкен. Не алякасы. Алякасы. Где хотим, там и сидим. Ему стыдно, сели где-то здесь. А я говорю, не стыдно. Мы когда сели, никого здесь не было. Сейчас такси подъехало. Ну, в общем, какое-то такое состояние. У меня есть для вас новость, но я вам в другом видео расскажу о ней. Очень интересно, очень хорошая. Мне кажется, мои подписчики, мои друзья, кто меня любит, кто ценит меня, кто смотрит мои видео с нетерпением, очень обрадуется этой хорошей новости. Подписывайтесь на мой канал, со мной вам будет очень интересно. С вами была Светлана Ата.